Здравствуйте, я Дерик Уокер, пастор Библейской Церкви в Оксфорде. Мы продолжаем серию программ под названием «Крещение во Святой Дух». Мы уже знаем, что служение Духа имеет двойное действие. А внутри... И снаружи. Во время спасения Бог благословил нас Духом внутри для нашей пользы и для нашей жизни и общения с Богом, а также для нашей святости и плодов Духа. А Во-вторых, Бог благословил нас, сделав нас благословением благодаря Его Духу на нас. Так мы имеем силу нести жизнь и благословение другим людям. Именно в этом цель крещения во Святой Дух. В прошлый раз мы говорили, как только мы получили Его Дух, мы стали носителями этой силы. И мы можем высвобождать это благословение и силу посредством наших слов. Для этого необходимы две вещи нам нужно иметь Слово Божие в нашем сердце и иметь желание делиться им. А еще нам нужен Дух Божий на нас, чтобы наделить нас силой и сделать наши слова эффективными. Иисус — это прекрасный пример этого двойного опыта. Он имел духа внутри от самого рождения. И поэтому он прожил идеально святую жизнь, но у него не было силы, чтобы проповедовать, исцелять и творить чудеса. А когда ему было 30, и он должен был вступить в служение, Дух Святой сошел еще и на него во время его крещения в воде. Так он посвятил себя исполнению Божьей миссии. Затем Бог отделил и помазал его для этой миссии, крестив его во Святой Дух. Так он был помазан силой, чтобы благословлять других. Об этом сказано в Деяниях 10 главе. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Это важно. Бог был с Ним. Речь идет о помазании Духа на Нем. А вот каким образом Бог был с Ним. Бог работал с Ним, когда Он произносил слова и служил людям. Так сила Божия текла через Него. Жизнь Иисуса это пример для нас, показывающий нам, что после спасения получения Духа внутрь, нам также нужно креститься в воде и в Святой Дух чтобы иметь Духа и на нас. Так мы сможем прославлять Его своим свидетельством. Затем, через смерть и воскресение Иисуса, Он сделал это двустороннее обещание Отца о Духе, доступным для всех нас по вере. В Своей смерти Он взял проклятие смерти вместо нас, чтобы мы могли получить полное благословение Духа в нас и на нас. Как сказано в послании к Галатам, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Он вознесся в утро своего воскресения, сказав Марии, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Этими словами он подчеркнул, что в Новом Завете он наш представитель, который дает нам такие же отношения с Богом и такое же благословение от Духа, как имеет сам. И после этих слов Он вознесся на небо и исполнил все это. На небесах Он представил Себя Богу как приношение первых плодов, чтобы получить принятие от нашего имени. А еще Он окропил Своей кровью небесное святое святых, полностью установив Новый Завет. Он также предстал перед Отцом, дабы получить Духа Святого от нашего имени, а еще и всю власть, включая способность изливать Дух Святой на нас. Именно поэтому в тот самый день он смог раздавать Духа Святого своим ученикам. Вначале он дал им Духа внутрь. Это первое благословение. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». То есть Иисус посылает нас с той же миссией, и для этой миссии нам нужно тоже благословение Духа. Поэтому Он сразу же дал им первое благословение. Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Именно тогда они родились свыше и получили Духа внутрь. Это первая и фундаментальная часть благословения Духа. То есть вы не можете креститься в Дух Святой, пока не будете рождены свыше. Вначале должен быть Дух внутри. Это фундаментально важно. Первое благословение вводит вас в Царство Божие. Это должно быть до того, как мы сможем стать послами Его Царства. И в этом суть второго благословения. Поэтому большая часть учения Иисуса сфокусирована на подготовке учеников к принятию Духа внутрь. Как только они получили это первое благословение, Он начал готовить их к получению второго благословения, схождению Духа на них, которое должно было произойти через 50 дней, в день Пятидесятницы. Итак, апостолы получили Духа внутрь в день Воскресения, но они еще не приняли Духа на них. И он сразу же начал готовить и учить их, чтобы они были готовы принять крещение во Святой Дух, а вместе с ним и силу для служения. Именно поэтому в тот же самый день Иисус стал рассказывать им об их миссии и о силе для исполнения этой миссии. И сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть своими Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели Симон, то есть Ваша миссия ⁇ быть свидетелями Христа и Его воскресения. Дав им миссию, Иисус также пообещал дать им силу для исполнения этой миссии. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». То есть Дух Святой будет на вас как плащ. Как только ученики родились свыше, Он сразу же ознакомил их с их миссией, с великим поручением, и сказал им, что им нужно принять его силу, дабы выполнить это поручение. Это второе благословение. Они уже получили первое благословение, но им нужен еще и дух на них, чтобы иметь силу для проповеди о Христе и для того, чтобы быть свидетелем. В следующие 40 дней он рассказал им их миссию в деталях. Например, это было тогда, когда Иисус пришел повидаться с Фомой, и там были собраны все ученики. Эти события описал Марк. Наконец, явился самим Одиннадцати, возлежавшим на вечере, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. А затем он описывает силу, какую они получат для проповеди Евангелия. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить с новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и восел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова, последующими знамениями. В оригинале сказано, что Господь содействовал и подкреплял слова знамениями. То есть ученики имели на себе силу Божию, и они высвобождают эту силу своими словами. Значит, Господь действовал через их слова. И снова мы видим великое поручение и силу, которую мы высвобождаем через наши слова. Заметьте, что Бог действовал через их слова и так содействовал им. Поэтому для выполнения великого поручения нам тоже нужно идти и говорить. Итак, вначале мы должны получить силу, а потом мы должны верить, что когда мы говорим, сила Божия на нас будет высвобождаться через наши слова. В Евангелии от Матфея. 28 главе описано, как Иисус явился ученикам Галилеи. «И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Это обещание силы в словах ⁇ Я с вами ⁇ Помните, что сказано в Деяниях 10 главе? Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Потому что Бог был с ним. Тут речь не столько о том, что Бог в целом с нами, о силе Божией, действующей через нас, о помазании Божьем, которое течет, когда мы проповедуем Евангелие. Он говорит, «Если вы пойдете и будете проповедовать, если вы будете послушны мне в этом, то с вами пойдет моя сила и мое присутствие. Я буду помазывать ваши слова и буду поддерживать вас, если вы пойдете в мое имя». Итак, если вы хотите, чтобы сила Божия действовала через вас, то вам нужно нести Евангелие и делать учеников. Так вы ощутите на себе силу Духа. Затем, в конце 40 дней, прямо перед Своим Вознесением, Иисус снова дал им инструкцию, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть крещение во Святой Дух — это когда Дух сходит на нас, и будете мне свидетелями до края земли. То есть это сила для того, чтобы быть свидетелями. Затем, через девять дней, в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на них. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И снова два этапа. Вначале апостолы получили Духа внутрь, а спустя 50 дней Дух сошел на них. Один из прекрасных примеров свидетельства и проповеди Евангелия — это сияние света Христа. Весь мир находится под властью тьмы. И поэтому мир очень нуждается в том, чтобы мы несли свет Евангелия. Так говорил Иисус. «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». А затем... Иисус призывает нас светить в этом темном мире. Он сказал, «Вы Свет мира ⁇ это повеление проповедовать Евангелие. В мире существует лжеучение о том, что мы можем быть светом Христа, даже не открывая свой род, потому что мы якобы можем говорить о Христе своей порядочной жизнью и добрыми делами. Это лишь оправдание, чтобы не повиноваться повелению Христа, который велел нам проповедовать Евангелие и готовить учеников. Я хочу доказать, что нести свет можно только с помощью слов. Это сильно отличается от добрых дел, которые тоже очень важны. Наше свидетельство вербальное по своему определению. Но наши поступки также важны, потому что они подтверждают наши слова, делая нас надежными свидетелями. Свидетель в суде обязательно дает словесное показание, иначе он не может быть свидетелем свидетелем, а когда свидетель говорит, проверяется его надежность, чтобы понять, можно ли ему доверять. Тут и подключаются добрые дела. Иисус сказал, «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. То есть мы не должны прятать наш свет, наше свидетельство, а должны светить. Вот в чем суть. Люди часто путают свидетельства и дела, а все из-за неверного толкования 16 стиха тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Люди прославляют, потому что они приняли ваше свидетельство и поверили во Христа. Это приносит славу Богу. Из этого люди сделали вывод, что наш свет — это наши дела, и сияние нашего света — это то же, что и добрые дела. Так и появилась ошибочная идея, что наш свет это наши добрые дела, и поэтому наше словесное свидетельство уже не нужно, или это всего лишь необязательное дополнение к нашим добрым делам. Но это не может быть правдой, потому что мы в первую очередь призваны исполнять великое поручение, а добрые дела это уже второстепенные. Дела лишь поддерживают наши слова о Христе. Суть свидетельство во Христе и в том, что сделал Он, а не в том, что делаем мы. А еще Христос велел нам светить перед людьми. Но в следующей главе он учит не делать добрых дел на показ. Следовательно, наш свет это что-то другое, а не наши добрые дела. Так почему же Иисус не сделал четкое разделение? Потому что это и так было очевидно для его слушателей, которые знали Писание. А именно, пусть ваш свет светит в ваших словах, а ваши дела должны дополнять это. Я покажу вам места Писания из Ветхого и Нового Завета, подтверждающие это. Итак, что же говорит здесь Иисус? Во-первых, вы свет миру. Иными словами, если вы спасены, то имеете свет Христа внутри, и вы можете сиять этим светом, говоря о Христе. И в 16 стихе он велит нам светить перед людьми, то есть говорить о Христе и его способности изменить жизнь. И мы делаем это своими словами. А когда мы это делаем, люди автоматически начинают инспектировать нашу жизнь и наши поступки, чтобы понять, можно ли нам доверять. Следовательно, наши поступки также важны, потому что людям нужно увидеть в нас реальность изменений, произведенных Христом. Они не ожидают увидеть совершенство, но они хотят увидеть реальность. Ведь если Христос в нас, то это должно что-то да изменить. Если вы не живете святым, то ваш грех подорвет ваше свидетельство, и это будет лишь пустым звуком. Если же мы несем свет Евангелия, и люди видят, что он подкреплен еще и постоянной любовью и добрыми делами, то это вдохновит их поверить вашему свидетельству, прославить Бога и принять Христа. Если они поверят и будут прославлять Бога в результате вашего свидетельства, то это принесет славу Богу. В этом цель нашего предназначения на Земле мы должны собрать урожай душ для Бога, которые спасены от ада и имеют вечную жизнь. Итак, если кто-то спросит, как мне говорить жизнью или словами, то я отвечу, что это то же самое, что спросить, какое крыло самолета важнее, правое или левое. Важно и то, и другое. Если мы свидетельствуем о Христе словами, но наша жизнь не святая, то люди отвергнут наше свидетельство, и это даже оттолкнет их от Христа. С другой стороны. Если мы только и делаем добрые дела, но никогда не прославляем Христа нашими устами, тогда вся слава достанется нам, а не Христу. Люди будут хорошо отзываться о нас, но не будут славить Бога. Поэтому мы должны прославлять Бога нашей жизнью и нашими устами. «Пусть ваш свет светит» означает «открывайте свой рот». Это говорит нам о том, что происходит в духовной сфере, когда мы говорим. Мы буквально сияем, мы прославляем Бога, потому что мы изучаем силу Духа, хотя мы этого не чувствуем или даже не осознаем. Это сияние, это сила Святого Духа, которая течет, когда мы говорим Его Слово. Помните? что свет всегда побеждает тьму, потому что он сильнее. Вот почему Павел говорил, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему». Мы должны провозглашать Евангелие, иначе люди останутся во тьме, только через Евангелие. Мы несем людям свет и силу Божию, которая может их спасти. Только если мы будем нести свет, они смогут поверить и принять спасение. Об этом же сказано и у Даниила. «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда». Этот стих говорит о том, что мы сияем, когда обращаем людей к Богу. Обратите внимание, как вечные награды соответствуют тому, как мы функционируем сейчас. Бог будто бы говорит, за то, что ваш свет сиял в этой жизни, чтобы прославлять меня перед другими, вы будете отражать мою славу, как звезда, всю вечность. Филиппийцам 2 глава, чтобы вам быть неукоризненными и честными, чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Как? содержа слово жизни. Этот стих доказывает, что мы светим, когда несем Слово Божие. Но нам нужно поддерживать наши слова святой жизнью. Люди принимают свет Божий через Слово Божие, которое мы несем, а не через наши дела. Исаия — это пророчество о Новом Завете и о том, как благословение передается от человека к человеку. 59 глава. И вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего. Говорит Господь от ныне и до века. А следующая глава говорит: Идите и открывайте свои уста. Восстань! Светись, и Иерусалим, ибо пришел свет твой. И слава Господня взошла над тобою. Когда вы светите, над вами поднимается слава Господня, ибо вот тьма покроет землю и мрак народа. А над Тобою воссияет Господь. И слава Его явится над Тобою, и придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию. Тут показано, что мы светим во тьме, говоря Слово Божие в силе духа, а чтобы наше свидетельство было эффективным, нам нужно это делать в силе духа, а для этого нам нужно сказанное Слово и дух на нас. Мы получаем его во время крещения во Святой Дух. Дух на нас описан как слава на нас. И мы имеем славу Божью на нас, чтобы светить людям, которые во тьме. Итак, когда мы несем его свет, провозглашая его слово людям, тогда они могут прийти к этому свету. Сила этого света в том, что людей влечет к Нему. Поэтому нам велено светить светом Евангелие, приняв Духа внутрь, а также неся Слово на наших устах. Во втором послании Коринфянам 4 главе с 3 по 5 стих сказано так. «Если же и закрыто благовествование нашим, то закрыто для погибающих, «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». А потом Павел пишет, что происходит, когда мы проповедуем Евангелие. «Потому что Бог, повелевший из тьмы высиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Иными словами, когда мы несем Евангелие, мы светим, наш свет идет вместе со Словом Божьим и освещает тьму. Вот как высвобождается сила Божия, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Если мы имеем Дух Божий на нас, то это не наша сила, а Божья. Мы не всегда чувствуем эту силу, потому что она не от нас, а от Бога. Но Дух Божий и Его сила остаются на нас. Мы — носители этой силы. Она не от нас, но от Бога. Но мы ее носим, и мы выпускаем ее, когда проповедуем Евангелие. Превосходство этой силы в словах Евангелия и в Духе Божием на нас. Мы проповедуем Евангелие, и тогда этот свет течет из нас вместе с силой, переводя людей из тьмы в свет, из ада, в рай. Именно Его Дух заставляет нас сиять, когда мы проповедуем Слова Бога, и тогда же проявляется сила Его Духа. Для этого нужна вера. Когда мы говорим Слово Божие, мы должны верить в это, действовать не чувствами, а верой. И верить, что когда мы говорим, Дух Божий, который на нас, начинает действовать в Своей силе, и Слова начинают проникать в сердца людей, принося жизни свет. Бог дал нам свой Дух. Когда мы крестимся в Дух Святой, мы получаем силу. — это потенциальная сила. Она остается неактивной, а когда мы проповедуем Евангелие, сила активизируется и меняет сердца людей. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наши служения проходят каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл, Хэддингтон, Оксфорд.